По фактам январских событий в Казахстане задержаны почти 500 человек. Их подозревают в организации терактов и массовых беспорядков. Специальные прокуроры сейчас выясняют роли этих людей в незаконных акциях. Еще более 2500 человек проходят по уголовным статьям по части МВД. Почти 800 из них находятся под стражей. Примечательно, что некоторые из задержанных имеют криминальное прошлое. Такие цифры озвучили сегодня в ходе специального брифинга представители МВД республики. В ведомстве также отметили, что в ходе беспорядков были похищены злоумышленниками более 1500 единиц оружия, более половины из которого до сих пор не найдены.